Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале Клягимаур ТВ. Сегодня мы рассмотрим вопрос, действительно ли деньги имеют ценность или банкноты – это всего лишь цветные бумажки. В своей приветственной речи на 18-м научном собрании Института исторических банковских исследований глава немецкого федерального банка господин Вейдман объяснил, на протяжении самого длительного периода человеческой истории деньгами служили конкретные предметы. Поэтому мы говорим о товарных деньгах. Особенно драгоценные и редкие металлы, на первом месте золото, пользовались и пользуются большим доверием. Поэтому золото является в какой-то степени вечной классикой в своих функциях обмена, оплаты и сбережения. Однако те деньги, которые мы носим с собой в форме банкнот и монет, не имеют больше ничего общего с товарными деньгами. В настоящее время больше не существует связи денег с запасами золота, так как с 1971 года была отменена связь золота с долларом США. Обобщая, можно сказать, деньги сегодня отнюдь не покрыты никакой материальной ценностью. Банкноты – это цветные бумажки, монеты – отчеканенный металл. На основании этих интересных высказываний возникает вопрос, почему нас, собственно, не спросили, когда отменяли связь денег с золотом? Кто принял это решение и, прежде всего, с какой целью? Лишь тогда, когда наши деньги не будут иметь ценности больше, чем бумага, на которой их напечатали, мы поймем, нам следовало бы раньше позаботиться о том, чтобы понять нашу денежную систему. Более того, нам следовало бы раньше разоблачить цели людей, которые навязали нам эту систему и тем самым свою власть. Открывайте правду вместе с нами, а мы благодарим вас за внимание. До следующих встреч в эфире.